На конкурс дети читают стихи. Синопальниковы Юрий и Игорь, 7 лет, город Санкт-Петербург. Ребята прочтут стихотворение Погореловского «Имя». Пожалуйста. К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом, но как его имя, откуда он родом? В атаке убит он, погиб в обороне. Могила ни слова о том не проронит, ведь надписи нет, безответна могила. Знать, в грозный тот час не до надписи было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнать, расспросить их, что было когда-то. Что было? Ой, милый, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Мы сами сердечного тут схоронили у старой сосны в безымянной могиле. На сельскую почту заходят ребята. Письмо заказное найдет адресата. В столицу доставит его почтальон. Письмо прочитает министр обороны. Но списки поднимут за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных, еще один станет посмертно бессмертным. Старушку с Урала обнимут ребята, сведут ее к сыну, к могиле солдата, чье светлое имя цветами увито. Никто не забыт и ничто не забыто.